приехала в Харьков на мастер-класс Александра Буца. Я же так крут, меня разрисовывали все. Спасибо всем. До свидания. Я была на двухдневном мастер-классе у Александра Буца. Мне все безумно понравилось. Я очень благодарна этому человеку за то, что он такой большой молодец, за то, что он такой креативный, за то, что он именно представитель из Украины такого большого уровня. Я буду очень рада его снова видеть в Харькове. И всем советую. Потом. Посетил мастер-класс Александра Буца. Очень понравилась организация процесса. Очень много полезной информации. Александр ответил на все мои вопросы. Очень вдохновил. Рекомендую посещать его мастер-класс, смотреть за его творчеством. Очень открытый человек, очень заряженный энергией. Очень просто мега человек. Нам очень понравилось здесь. Да, Александр, тебе очень Реально, мне очень понравилось, я люблю свой родной город, приезжаю с удовольствием. Но ничего, кроме положительных эмоций. Замечательные люди, потрясающая атмосфера. А еще мы хотим с Александром поблагодарить Дмитрия за потрясающую организацию. Все было на высшем уровне. Вообще невероятно. Мы еще приедем. Обязательно приедем. А нас пригласят, вы хотите? Мы приедем. Все, да, на самом-то деле все было очень интересно, ребята, очень теплая атмосфера. Ребята, мне очень понравилось. Потому что очень важно, с кем ты работаешь, кому ты расскажешь, кого ты лучше. А когда ты видишь довольное выражение лица, то ты сам становишься автоматически довольным, а это не золото всех. Да. Ну, эгэгэй. Bye.